Я была не туристом, я уже была жителем Армении, потому что я осталась на относительно длинный срок. И до этого я только путешествовала, и максимум было 2 недели. И в этот раз я была жителем Армении, очень близкой к моим родственникам, к моей культуре и к моим корням. Это очень ценно. Мне посчастливилось волонтерить на организацию, на компанию CRRC. И хоть я и не очень опытная в такой работе, как Database Engineer, они мне дали полную свободу действий, и я просто очень сильно поняла свой опыт именно как инженер, именно как Database Engineer, и они мне дали полную волю к действиям, полную волю в импровизации. Это мой первый раз, когда я приехала в Армению зимой. И осталось именно на зимний период. И с самого раннего детства мой папа повторяет снова и снова, какая прекрасная зимняя погода, и в том числе зимняя погода в Армении, какой-то прекрасный рай, очень тепло, и что он всю свою жизнь, в детстве, в юношестве всегда ходил в одной рубашке, у него никогда не было шапки, и первая шапка у него появилась в армии, когда он служил рядом с Москвой. До этого у него не было ни куртки, ни шапки, ни перчаток, потому что это райская погода в течение зимы. И я приехала в Армению, я шапку взяла, но у меня не было очень много вещей, потому что я ожидаю тут райскую погоду, тепло и ходить в одной рубашке. И нет, было минус 5, и, в общем, мой папа мне наврал. Я очень хотела крестик, какой-нибудь очень-очень армянский. И моя тетя подарила мне такой прекрасный крестик. Спасибо, тетя Сусанна. Когда я приехала волонтерить в AVC и в Birthright, я думала, что половина будет из Глендейла, ребят-волонтеров, половина ребят-волонтеров будет из России. И я совершенно не ожидала, что из России окажется очень маленькое число. И основная масса будет с разных стран, с огромного числа стран со всего мира. И совершенно не только из этих двух. Ребята из AVC и Birthright, мне кажется, должны посещать все ивенты и все мероприятия, все экскурсии, все лекции, даже если они вам кажутся, может быть, немного скучными или не очень интересными, они будут очень интересными и совершенно не скучными, и все до одного мероприятия, которое я посещала, были вау.